Ребята, всем привет! Продолжаю движение на Тюмень. Тюмень прямо. Прошел уже Омск. Указатель Тюмень прямо. Короче, останавливался, обедал на уюте. Вкусно здесь, конечно, кормят. И порции хорошие, большие. Покушал, продолжаем движение. Осталось мне 450 километров до места выгрузки, до Тюмени. Там Тюмень. Я от Тюмени, наверное, чуть-чуть в сторонку уходить. Это крутинка у нас. Тюмень 437. Ну, до места мне 450. Пообедали. Очень вкусно. Теперь глаза закрываются. Как говорится, до обеда боремся с голодом, после обеда боремся со сном. Ну ладно, двигаемся. Выгрузка завтра у меня, в понедельник, сегодня у нас воскресенье. 450 километров, время 12:30 по Москве, плюс 2 часа в Тюмени от Москвы. Пол первого, пол третьего, да, значит? Да, сейчас пол четвертого, ну часик еще перескочит назад. Будет пол третьего, ну как раз приеду к вечеру и лягу спать отдыхать. Ладно, хорошие нам дороги. Кстати, про расход. Уронил уже до 31 литра. Это вот с момента того, как я загрузился, обнулился и поехал. То есть у меня до Новосибирска было 34,4. После замены фильтров вот уже 31 литр за этот рейс составляет. Ну вот при норме у меня там 30 с копейками. Еще литр надо скидывать, и в принципе я как бы вернулся в норму, грубо говоря. Вот. Ну, это радует. Ну, по поводу машины, не знаю. Уже я пришел к такому выводу. Я, кстати, еще как бы ролик не выложил на данный момент про там, где я рассказал, что у меня проблемы, где я фильтра менял. То есть я попросил там ребят, кто, ну, чтобы высказали свое мнение, что может быть. Я еще не выложил, еще комментарии не читал. Но на данный момент пока, ну, вроде нормально. Но просто двадцатка может, поэтому это кажется тяжелой. Не знаю, посмотрим. Разгружусь, поеду на пустой, как машина себя покажет. Но фильтра явно, конечно, да. Фильтра поменял. Расход упал сразу. Даже судя по моментальному расходу, это очень видно. Ну, не знаю, парни, ожила что ли машинка, такой небольшой подъем, я так, ну, особо даже не давлю, она 85 прям летит. Что с тобой, родная, ты что, сама себя излечила, что ли? 45, ну вот после замены фильтров, да, как бы сразу видно расход упал по моментальному прям вообще. Я вот в такой даже подъем раньше заходил, 160-180 уже у меня было. Ну, может, 140-150-160 расход. Парни, ну я прям не могу это не заметить, это не сказать про дороги в Тюменской области. Ну, это просто песня, смотрите, она какая офигенная. И вот она вся, я как от Ишима иду, там было пару раз, где там кочки попались, да, мне. А так вот она, отличная дорога, прям вообще кайфовая. Едешь и прям отдыхаешь по такой дороге. Разметка, качество дороги. Я знаю, в самой Тюмени обалденные дороги, а вот уже мне осталось тут 130 километров до места. И вот, и не страшно, что она узкая, да, ну в том плане, что по полосе в каждую сторону. Едут все, не напрягаются. Из этих кочек начинаешь там где-то тормозить. Один резко затормозил, второй, третий, четвертый за ним резко тормозит. А тут едешь, и вот маленькие обходят как бы без проблем. Ну, она не такая загруженная, конечно, трасса. Скорость не теряешь. Прямо одно удовольствие, короче, ехать по такой дороге. Это я вам прям 100% говорю. Проезжаю Лутеровск. Огромный привет. Я знаю, ребята смотрят. Едем потихоньку. Светофор впереди. Все, зеленый заморгал, желтый, красный. Придерживаем машину чуть. Город
Тюмень, ребят, я прибыл. Офигенная дорога, все светится, все горит. Видимо, новый район вообще классный, просто красивый. Парням из Тюмени огромный привет. Сейчас через 2 километра мне налево уходить. Классный город. Ну, дороги у вас просто шикарные, конечно. Ну, это просто бомба, а не дорога. Километр и 800 метров налево. Покажу вам маленько Тюмень. Новые домики. А, ну не налево, это просто держаться левее. Смотрите, да, какой классный район. Вообще обалденный. Красиво, очень красиво здесь. Всем привет! Проехал Уфу, двигаюсь на Ульяновск. Ну, короче, что по ремонту? Все везде забито на сервисах. Там вплоть до 4 числа. Но, не знаю, машина едет, расход нормальный. Вообще упал расход после замены фильтров. Как бы есть вот это ощущение, как будто что-то держит, но у меня уже складывается впечатление, что у меня просто уже загоны какие-то, я не знаю. Резина равномерна, нет никаких видимых таких прям моментов, что резину съедает, да, там на прицепе, допустим. Ну ничего такого вот видимого нету, как бы тоже на ремонт ехать надо понимать, это во-первых. Во-вторых, даже если соосность, ну резину бы поджирала. Вот, а соосность, если даже и делать, проверять ее нужно на пустую машину, ну, как бы я вообще никак не попадаю, сейчас у меня уже есть загрузка с Ульяновска. Вот, ну, в принципе, да, можно пустым уехать там после разгрузки, но нужно понять, в чем дело. Просто, ну, видимых моментов вообще нету, да, допустим, вот, что резину там жрет, да, из-за соосности. Либо что-то еще, какие-то моменты. Ну, блин, ну едет машина, не знаю. Короче, я уже пришел к выводу, что это просто уже, наверное, мои какие-то загоны. Не знаю, короче. Буду... Горы прошел, ну, да, маленько она как будто притормаживает. Не знаю, что-то, блин, короче, задолбался уже. Уже который день голова только об этом и думает. Ну, короче, такие дела.
Ладно, едем, движемся на Ульяновск. Сегодня у нас 30 число, закрытие месяца. Надо побольше проехать, чтобы мне в этот месяц побольше километража упало. А мне до Ульяновска 550 осталось. Навигатор показывает, что приеду 1:30 в Двале. Выключен сейчас навигатор. Ну, часов до 12 постараюсь проехать, чтобы побольше в этот месяц у меня километража упало. Вот. Че на свою физиономию наставил камеру? Ну, короче, вот такие дела. Ребят, всем доброе утро. Заехал в город Димитровград. Огромный привет Анатолию. Этот человек подписался еще, когда у меня только канал. Только когда я канал создал. Спасибо, Анатолий, что смотришь. Огромный тебе привет. Желаю я тебе здоровья, счастья, удачи тебе и твоим близким. Спасибо, что смотришь. Человек реально один из самых первых подписался на канал и до сих пор смотрит. У меня раннее утро. Обратно поеду, позвоню тебе, Анатолий. Увидимся. Сейчас уж не буду тебя будить. Такой вот городок. Объехал его. Я сначала сунулся напрямую. Короче, сотрудники меня развернули. Так, что-то навигатор мне направо идет. Так, ладно, отключаюсь. Надо посмотреть, куда рулить. Навигатор хотел меня направо увезти, но нам прямо ехать. Он даже фуры оттуда идут. 40 знак. Аккуратненько едем. Такой вот славный город. Ульяновск направо. Осталось мне 89 километров до Ульяновска. Город Димитровград. Ребят, я в Ульяновск заехал. Сейчас будем проезжать Президентский мост. Ограничение стояло 80 тонн на этот мост через реку Волга. Первый раз я здесь нахожусь, вообще в Ульяновске. Вот, видно, нет вам его какой длинный. Вот река у нас. На 40, там весовой контроль у нас. Чихнуть охота. Мост Президентский. Дымка такая на реке. Поднимаюсь на мост. Сейчас по объездной этот город вокруг объеду и выгружусь. Там можно по городу, ну, грузовым-то навряд ли там можно. Там по тому мосту запрещено движение грузовым. Вот. Там все красное в городе, пробки. Я сейчас вот так вот вокруг объеду и будет все нормально. Река Волга. Такая спокойная сегодня. Огромная, да, ребят, река? Просто огромная. Поднимаюсь в гору. Река все ниже, ниже и ниже. Смотрите, там лодочки, да, какие маленькие просто. И вид вообще обалденный на лес.
очень круто. Ребят, я на месте. Металлобаза, короче. Сейчас здесь выгружаюсь. Но это будет, скорее всего, завтра, время утра. Там, говорит, машин много очень. Все выгружаются. Короче, здесь выгружаюсь. Тут же гружусь. Ухожу на Москву. Потом вроде с Москвы на Самару. Ну, короче, у меня уже все распределено. Дима красавчик, логист. Вот такие дела. Ну, короче, ждем нашу очередь. Парень подошел, который, ну, как он, бригадир, кладовщик, наверное, отмечает. Ну, я, говорит, позову тебя. Но, говорит, может быть, сегодня выгрузим, но загрузим-то, наверное, завтра. Ну, посмотрим, ладно. Короче, буду наводить порядок. Что-то в машине пыльно. Сейчас помою, все почищу. Лампочки я так и не поменял. Что-то, короче, это... Обленился. Сейчас это, лампочки поменяю, помою фары. И не знаю, что делать. Будем сидеть. Пойду, сейчас в магазин схожу. Мне тут подсказали, есть столовая. У меня пустой холодильник. Что-нибудь купим, продуктов каких-нибудь. Вот, что-нибудь похрустеть. Фильм, который, когда буду смотреть, что-нибудь похрущу, будет лучше мне. Короче, ладно. Ждем. Мест, конечно, мало, но тут прижался. Как бы машины проедут. Смотрите, пыль какая. Да, тут на танке проехать можно. Еще могу зеркало сложить, и все. Ну вот еще маленько голову убрал. И теперь вообще нормально проехать можно. Фура пройдет спокойно. Все, ребят, началось. За ангаром направо. Да, газель-то еле повернет. Все руками разводят, мы не знаем, что делать. Съезжай, говорит, назад. Ха. Такую вот я помойку привез. Меня разгружают на металлобазе. Короче, по поводу автомобиля я пришел к выводу, все у меня нормально. Почему автомобиль держало? Короче, сейчас посидел, начал листать комментарии, и человек, сейчас я вам покажу, Юрий Бухаров, если я не ошибаюсь. Вот он написал мне вот такой вот комментарий. Я его сейчас прочитал. И человек пишет такой момент. Да, Юрий, я соглашусь, что я понимал, что на раскат, там, замена фильтров и того всего не влияет. Просто я почему начал их менять? Да потому что... У меня вот такая свалка, да? Да потому что... Расход очень великий, очень огромный расход у меня, прям на глазах он поднялся, и я уже понял, я еще заправился в Иркутске на Омни, там кто заправлялся, тот знает, что такая себе заправка, если честно, вот особенно после нее поднялся расход. Я поменял фильтра, ну, топливные, продул воздушные, на глазах расход упал, ну, конечно, еще, соответственно, равнина была. Ладно. Была мысль, там, может быть, суппорт подклинивать, ну, вроде все холодно. Короче, Юрий написал такую версию, про что я тогда вообще не подумал. Я загрузился, у меня вес был 21 тонна, на ведущую ось давило 8,5 тонн.
Ну, назад там не помню сколько. Да, короче, вот, видимо, в этом и есть вся разгадка. Что просто надо было, ну, хотя бы 9,9,3, чтобы давило на ведущую, может быть, лучше было. На пустой потом поехал, но, знаете, уже какое-то мнение сложилось, вот это не могу из головы своей выбить, что машину что-то держит. И вот вроде нормально, вроде нет, и вот так вот непонятно. Ну, короче, спасибо огромное, Юрий. Я разобрался. Я думаю, все нормально. Сейчас еще поедем, посмотрим. Ну, пока я до Ульяновска доехал, как бы, летит машина, все нормально. Постарался выкинуть это из головы, и я думаю, нормально все будет. Ладно, все, всем пока, все, всем спасибо.